Приветствую вас. Давайте разберем сейчас ваш вопрос, который вы задаете. Значит, вы пишете о том, что не можете сдерживать агрессию. То есть, ну вот вы говорите, что агрессия вас не сдерживает. Вот. Значит, и, соответственно, вы как бы, ну, объясняете то, вот, ну, то, собственно, почему. Да? Почему вы не можете, ну, сдерживать агрессию? Вот. Обратите внимание, пожалуйста, на то, что вы не задаете вопрос. Ну, то есть, вот, не спрашиваете ничего. Ну, по сути. То есть, просто вот есть факт, ну, факт вот того, что вы не можете сдерживать агрессию, вот этот факт есть. Вы описываете этот факт, и все. Вы делаете с этим, чего хотите, с тем, что не можете, ну, с тем, что не можете агрессию сдерживать. Вот. Вы это хотите изменить, вы это хотите поменять, вы хотите, чтобы этого не было. Вот. Или что? Вот это очень интересный момент. Ну, на мой взгляд, правда. Понимаете, да? Такая штука. Дальше. А что такое агрессия? Это защитная реакция. Человек. То есть, когда человек агрессирует, он себя защищает. Вопрос заключается только в том, от чего человек себя защищает. А что человеку угрожает? Да? Ну, то есть вот просто вот что человеку угрожает? Грубо говоря. Ну, есть, наверное, какие-то элементы, да, есть, наверное, какие-то элементы, которые человеку угрожают. Вот. Наверняка. Вот человеку что-то угрожает. Вам что-то угрожает. Вот очень важно увидеть, что вам угрожает. Собственно, вам нужно увидеть, что порождает, собственно, агрессию. Вот. Для этого нужно рассмотреть,
ситуации, в которых вы проявляете эту самую агрессию. Когда, как, при каких обстоятельствах вы проявляете агрессию? А почему агрессия глобально? Я подчеркиваю сейчас. Глобально. Это плохо. Ну, вы же очевидно избавиться от нее хотите. Вот агрессия. Я имею в виду. Значит, получается, что вы считаете, что агрессия это плохо. Вот. Вот мне хочется спросить у вас, из чего вы такой вывод делаете? Из чего вы делаете вывод, что агрессия 100% плохо, всегда, глобально. Вот. На мой взгляд, агрессия-то нужна вам, например. На мой взгляд, человек должен испытывать агрессию. Вот. Ну, да, конечно, нужно с ней учиться обращаться корректно. Это правда. Это правда. Но агрессия человеку нужна. А то, что вы себя не чувствуете в безопасности, то, что вы чувствуете, ну, то, что вы чувствуете себя как-то вот, значит, ну, уязвимо, да? Вот. То, что вы чувствуете себя уязвимой в каких-то вот моментах, аспектах, да? Ну вот. Но это корректируется. Вот. Это корректируется, это решается. В том числе через психотерапию, опять же. Вот. И все, в общем-то. Дальше. У вас была психотравма. Даже несколько психотравм. А смерть бабочки и насилие со стороны мамы. Вот. Безусловно, это ужасно. Безусловно, это неприятно. Безусловно, это невозможно в определенной вот степени, да. Это, ну, безумно сильно бьет вот по психике человека. Вот. А бьет это вот, собственно, по вашей психике. Ну, болезненно это. Для вас. Вот. И так вы на это
реагируете. Вот. Ну. Вы не виноваты в этом смысле. Но да, нужно работать. Нужно работать, разбираться, исследовать. Вот. А выражать по-другому. Именно вот. По-другому. А. Именно по-другому выражать свои чувства. А вот. Ну вот не так, да, как сейчас вы это делаете. Вот сейчас вы это делаете предельно деструктивно, сейчас вы это делаете предельно разрушительно, вот. Ну, для себя, да, для вашего партнера, вот. То есть это понятно. Ну, можно по-другому это делать. Вот. Можно. Можно научиться это делать по-другому. Главное, было бы желание. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой.